Преображение продолжается. Единый день посадки деревьев не обошел стороной Центр помощи бездомным животным «Переправа», который курирует общественное движение «Дайлапу». 60 новых кустарников появились здесь благодаря поддержке Югорского интеллектуального клуба. Начало озеленению территории положили неделю назад. Тогда 80 саженцев высадили рядом с тренировочной площадкой. В этот раз обустроили небольшую аллею, по которой в будущем можно будет прогуляться с собаками, живущими на переправе. Это объединение некоммерческих организаций, потому что в синергии, в объединении усилий рождается и результат, и такое прекрасное пространство, как переправа.